Всем привет! Продолжение испыташек, продолжение попиленного получается, да? Да, смотрим. Это будет интересно, да. Я как увидел эти башни, как вот это все. Да, блески будут бежать. И вот эти две еще, что с ними можно сделать, непонятно. Но тут можно как-то героев потасовать, подумать, что можно с ними сделать интересное, да? И как взять, да как победить. Ну я вот вообще хз, конечно, хз, да. Если тут еще можно крест... Вот это, да, построить, типа. Вот так вот сделать, да? Эти, типа, будут как-то стоять, что ли, я не знаю. А чё у меня... А, ты... Только ща понял. Ну... Он один-то неплохо сдет. Она тоже может одна сдерживать. Ну блин, знать бы, когда и в какой момент это все пойдет, да? Ну да, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорится. И мигания, да, будут? Да, мигания будет, да. Конечно, говорит, будет. А что ты думал-то, Артем? И эволюционирующее бедствие, да, будет, говорит. И ужас, ну все будет. И еще, небось, размножитель. Точно, Артем, все же говорю, будет, да? Может, на размножителя, может, размножит его? Размножит размножителя. Как-то вот так вот, да? Блин, не знаю, что делать, вот реально просто. Darkness, nothing is forbidden. Sharing is caring. Ну пока так вот возьму. Я просто понять бы, чё да где да как идет. Когда мелкие побегут, в какой момент? А, вот так вот сразу, да? А, ну давайте попробуем вот так вот сделать, да? Ага. Так, я... О! Пошли. Ну, один, да? Блин, а! Иди потанчи его. А вы убили их? А, вот этот помогал, все понял. Угу. А где прошли? Что-то я не понял. Вот это что ли? Нереально. Просто я не понял. Не заметил даже. Я знаю, что эти башни можно двигать. Чё толку-то от этого? Куда их двигать? Вот вопрос в чем. Ну, подвинул я ее и чё? Чё мне это бы дало? Типа полностью ее прогнать. Так у меня нет денег на момент. Тут надо делать, да? Полюбос. Если герои бы как-то... Да я просто нет, я не вывожу. Взять этих, да? Мальчиков, которые потанчить могут. Ну, сейчас попробую еще. В таком варианте. Как-то, да? Так, вы вот тут стоите. Так, тебя сразу. Ай, как-то очень тяжело справляются, да? Just
Так, ага. Ну и все, да. И у меня нет ни одного скилла, я ничего сделать не могу. А это значит все, да? Выходит, да. Да? А я его не смогу убить, конечно. Не успел принять решение на, по этому месту. Угу. Да хрен его знает, как лучше это сделать. Но она бы одна бы справилась, но тут снизу у меня проблема. И проблема-то жесткая. Вот тут вот стой. А ты тут давай попробуем так. Не буду их качать сейчас. Ни хера как дорого, кстати. Сразу же будем, да? Типа тянется до последнего. Ну вот, да, я их вообще не могу как бы задержать. Просто без шансов. Ну это все, да. А, ну, а нет, еще там что-то стоят. Ну да, все, все, я не могу сдержать, просто без шансов. Ой. Как-то так. Sharing is caring. Что-то типа такого, да? Допустим, если тут себя как-то обезопасить, да, на какое-то время, хотя бы на начальное, чтобы не париться, не обращать сюда внимания, что значит, что тут их всех убьют, то как бы вот тут сосредоточиться в защите. А потом уже думать о чем-то другом. Ты хоть купил, а ну купил, да. Да блин! Да все нажал вообще, вот абсолютно все. Ты туда сейчас иди. Ты же убьешь их, да? Ну, один прошел. Охренеть, он просто их взял и просто убил вообще. Ну. Че, все, да? А, ну да. А, нет, еще пытаемся что-то сделать, да? Сделать вид, что мы что-то можем. А, ну все, уже не можем. И у меня 200 денег было к этому моменту. И че, и как я должен это все был? Что-то я не понял. Что за бред? Не, а правда. Как я должен это сдержать все? Ну, мне проблему этот доставил, конечно, жесткую.
Потому что мне сюда приходилось отвлекаться. Ну, у меня вот эти прошли. Говножуи. Тут что ли попробовать их убивать? Ну, если я буду тут убивать какие-нибудь, да, летуны вот эти вот эволюционируют нахрен на гвазики. И пошел я нахер. А, ну к этому моменту какую-то из башен раскачать вот этих вот. Но как-то другого варианта я не вижу просто. Не-не-не, вот сюда ее нахер делаем, да? Пробуем вот так вот сделать. А тут делаем вот эту вот башню. Я, конечно, хз, что я мучу, ну блин, а что я могу сделать-то вообще? Вот просто так вот, если подумать. Хз вообще, да? Ну, вообще, фиг знает. С тем количеством бабок, которые у меня есть в начале, я сделать вообще ничего не могу. Ты что там делаешь-то? Сюда иди. Тут должны... Да ты иди сюда, говорю! Угу. Нет, ты танчи иди. Зря сливаю скилл, надеюсь, откатится к этим. И второй скилл сразу же сливаю, да? Да блин! Вот в чем косяк! Не нажимаешь вроде нормальное место, да. Угу. Да, херня это все вообще. А, тут тоже летают. А, ты этих превращаешь. Обалдеть просто. Говно какое-то, а. Вот сюда нажимаешь, а сюда нельзя. Это как бы, нет, ты че, говорит, как я могу сюда встать? Ни при каких условиях. Больше всего раздражает глаз, конечно. Просто перенесем его. Пустим сюда. Пробуем так сделать, да? Не, просто другого варианта не вижу пока. Ага. Будешь добивать их. Не знаю, что делаю. Ну, пытаюсь что-то экспериментировать, если честно. Банально просто. О! Раскидывают, смотрите, да? Они, главное, стоят дешевле. И, возможно, это будет плюс. На туре, да, вот так вот сразу же, да? Так, у тебя взято, да, угу. Так, там отстояли. Ты, нет, скиллов нету, да? Ну, 4 только прошло. О! А тут, короче, могут, да, получается? Да не, этого убьют. Так, там тоже, да, справляются.
У меня больше вообще пропускать нельзя. Вообще нельзя. 150, блин. А он тоже хилится, да? Классно. Блин! Ну это все это. Там, что там справились, как бы эта херня, вот это сейчас выйдет, говна кусок. И как я его буду танчить, я не знаю. Нету шансов его как-то убить сейчас. А прошли вообще в другом месте. Так, я понял. Угу. Ну, типа, это что-то уже. Это уже что-то дальше, да? Было. Угу. Так, это прям работало. Реально работало. Проблема с этими была, они сдохли. Если бы они не сдохли, все было бы нормально. Если б... А у меня 400 денег было, когда прошли эти. Что, я не знал, куда их потратить. Что мне конкретно сейчас нужно? Нужно качать вот эту башню будет. И вот эту башню обязательно тоже тут нужно будет делать после вот этой вот. Ага. А в целом нормик все было, да, реально. Я выстоял. Хотя бы третьего уровня. Ну, хотя лучше, конечно, жестче. Я даже убил глаз. Видно, что вот эти идут. Раньше. Я сначала эту башню надо качнуть. Так, до конца, да. Так, там справлялись. О! Отлично. Угу, нормас. Блин, пропустил. Ну не пропустите много-то, ну... Отлично! А, много не пропустили. Ага, хорошо, красавцы. А это тоже убили. Так, вот этих качнуть я хотел. А еще, да, вот этих. Что помогали хотя бы как-то. Блин, всех хочу качнуть, да, получается? И нихера не качну в итоге никого. Вот это обидно, он сейчас отхилится, мразь. Блин, вот главное, чтобы эти не прошли, а? Где? Да блин, да вы, сука! Какие же вы все... Тут реально, да? Ну, насколько... Насколько днонное все, вот прям вот реально. Ну, я не могу просто с них, нахрен. Такие они ублюдки. Как вы можете пропустить тут кого-то? А что? Да куда ты достаешь вообще? А, ты далеко достаешь? Кто эти здесь тогда? Я понимаю, что их убил этот плювун, блин. Не хватило денег, почему? А, что-то эту слишком жестко качнул. Все вроде нормик, да, идет. Потом бах, где-то какое-то говно пройдет. Реально, блин.
Какую можно еще башню взять, чтобы... Да, тут надо не... А, башня, я большой... Героев. Блин! Ладно, качнул и качнул. Ну, зря, конечно, ну, понятное дело. Обидно. Не пропустите, да... Да ну нахер, заново надо. Просто. Это говно качнул, что ты сделал еще? Этих рано туда, это поздно привел. Вот стойте. Так, взял 350 денег. А, ну да, логично же. Да бы потом, конечно, а где денег-то столько взять? Просто где? В каком месте выкакать их? Нету столько денег. Сколько стоит вообще? 120 вот этот скилл стоит. Он сильно... Он дамажит. Но он дорого пока. На тот момент для меня дорого. Надо сразу скилл сливать в начале, если ты хочешь, чтобы, блин, он был слит. Тому моменту. Так, а хорошо. Так, ага, хорошо. 240, ну да, говорит. А ты чё хотел? Так, все, мальчиков сливать нельзя, скиллы тоже. А, ну если я скиллы сейчас не сливаю, то мальчиков-то можно, потому что я сюда. Поздно, понял. А, нет, нормас. Нормас, 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 нормас. Иди танчи. Ну убьют любом. Да отвлекешься от одного места, как бы, да, и сразу же в другом месте прилетает вообще. Без шансов нахрен. На какую-то капелюшку просто отвлекся и все. Так, ты сюда. Тебя убьют, мразь. Так этих качаем. В первую очередь, нахрен. Вот нихера, да, он дамажит просто. А. Давай, 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 давай. Но! Да блин, сука! Да и там тоже прошли. Да что такое-то, а? Вообще не хватает урона просто максимально нахрен. Вот так вот буду делать, не знаю. Блин, ну... А, понятное дело, да, я ж сюда построил. Тогда я не разберусь с мелкими в нужный момент. С другой стороны, тогда, может быть, можно не нужно будет этих пока подкачивать. Да, блин. Так, сразу сливаем.
Он ты куда решил? Отдать скилл. Да, я, наверное, все-таки больше лучников, возможно. Может, тут как-то я смогу устоять? 240. Все, пошли, короче, да? А у меня нет скилла. Ну да, конечно же. Ну все, можно опять заново, да? Сразу же, как только выходит скиллы, сливай, Артем. Тупая катка. Я думаю, может, героя поменять. Что можно взять вообще вот? А? Чтобы вот реально... Может, дракона этого взять, красного? Он реально может... Ну, типа, он под собой жестко ауешит, то есть он может мелких сдерживать. Он... Но не такой уж и быстрый, чтобы, блин. Угу. Поехали. Так, и тогда на первых этих у меня будет скилл. Так, сколько? 150 берем. Угу. Потом что еще? Как вот этих вот быстро тоже, да, захерачить просто? Чтоб не мешали говножую. 240. Ну ты как бы не того овцу. Надо максимально х... Давай! Ну да, все понятно, блин. А... Не, ну это бред вообще. Полнейший. А ты куда встал-то, блин? Тут стой. Вы двух поддержите. Так же прохожу, как первый раз сделал. We rule the ruins. We rule the ruins. Sharing is caring. Да, давай сюда. Давай. Хотя нужно было вот эту первую. Ну, нормально. Не имеет значения. Мимо проходит. Да, они эти мелких ловить будут. Хотя бы двух поймают. И уже что-то, блин. А, я не слил скилл. Ну ладно, тогда уже и не сливаю. Ну да, конечно, да. Вы, говорит, где вообще стоите-то? А, вас вообще уже нету, да? Не, ну они не выстоят, наверное. Ага. А может и выстоит, ты его знает. Ты должна сюда прийти. Эти должны помочь. Так, ага. Да, блин! А, убили, все, ладно. Убили, ага, молодцы. Ты там что делаешь-то? Вот это плохо сейчас, конечно. Я не знаю, как здесь быть. Вот просто не знаю. Так, ты сюда. Ты тоже сюда. Там вроде справляются, да? Ну да, справляются. А, классно. А, убил.
Да, блин! Я не... Ну иди танчи его. Попробуй как-нибудь. А, еще бегут, ничего себе. Я думал, если честно, это уже... Надеялся, что конец как бы. Еще один, ничего себе. Нет, давай куда-нибудь хотя бы. А, вы даже такие вот. А, понятненько. А сейчас еще, да? Спорим, сейчас вот глазик откроется. Ну, попозже чуть-чуть. Но откроется в любом случае. Да! Ну, не смог поставить просто. Ну, просто не смог. А чё, как бы, говорит. Да, 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 его, конечно, бей. Ну, можно мне? Блин, а! Ой, как хорошо ты шмякнул туда сейчас. А, это не конец! А я-то надеялся, прикиньте. Размечтался я. Да, в натуре! Убили, нихера себе. А тебя убили! Класс просто. Да вылезь ты, блин, уже. Дайте хоть денег-то, а. Да остановите эту дело. Ой, она ни хера та... А, ну да, все понятно. Убили еще одного! А? Я не могу! Да, убили! Ой, я не могу! Что творится, блядь? Парни, парни, куда вам? А некуда, да? А я не могу. Я опять бегу, да идите в жопу. Опять убили. Да идите нахер, сколько. Сейчас там будет их. А я не могу. Два сразу еще, да? А я. Да добейте уже эту херню, а. Да. Я не могу. А я не могу. Да убейте уже их, я валяю вас. Да сделай, да пукни туда как-нибудь жестко. Ай, все, да? У меня косарь 200 денег, я просто, я не покупал, ничего не делал. Да, я понимаю, в чем косяк. Я просто не тратил деньги, да. Просто не тратил, реально. Я мог деньги тратить и, ну, и ставить башни нормальные, которые бы затащили бы. Косарь 200 денег. Я как минимум мог бы тут еще одну башню купить магов, и она бы еще овечек бы делала, да? И у меня тут везде бы уже лучник, как бы все было бы. Ой, скиллы им прям нужны, да? Согласитесь. Но
Не знаю, последний раз пробую, если что, она потом оставлю. Но тут чисто вот одни големы, одни сраные големы нахрен все делают дело. Даже не знаю, может что-то против, может это реально какой-нибудь танк против голема взять. Но она реально танчит ему, ей насрать. С одной стороны, с другой стороны. Эти теории тоже могут прокачанные танчить, да? А они еще истинным урона бьют, они могли бы его... Если б я это все бы прокачал, реально. Другой бы вопрос был бы, у меня деньги были. Я как бы... Просто я следил за движухой, я не мог просто на башне внимание обратить. А если бы обратил, то, короче, победил бы, скорее всего. Потому что, как бы, ну, косарь 200 денег, да? В общем, даже тут проходит, хотя тут столько... А, можно, кстати. Этот купил? Купил. Можно вот эту продать, да, допустим, и еще сюда башню лучников поставить. Да? И они тогда с этой стороны уже не дадут пройти ни одной мелкой мрази. Ну, а потом, когда будут проходить, ну, хотя бы големы, да? Хрен знает, как лучше сделать, конечно. Просто тут тоже мигание летает. И это косяк. Косяк прям косяков. Так косячище, я бы даже сказал. Так, взял, да, взял. Вначале главное не пропускать, потому что вначале я их не убью, а потом, когда деньги будут, можно забить будет на мелких. Ну, потому что я, видели, да? Я плюс-минус сдерживал как-то. Потом этих раскачаются, да. Убьешь, да? Ага. Так, ты все, иди гвоздик танчи. Так, ага, ты должен справиться. Ты помогаешь, да? Натуре, да? Сейчас выйдет? Нет? Попробуем так сделать, да? No mercy. Угу. Just say the word. Попробуй просто. Да блин, тут же проблема сейчас начинается, да? А, ну да, все, прошли. Просто взяли и просто прошли, да. Ну да. Если я этих не раскачиваю, то жопа полная происходит. Там просто проходят и все, не потому что там плювуны. А плювуны это что? Это головная боль, да. Это трупы моих юнитов. Причем, которые уже трупы, да, трупы трупов получается. Угу. Так, ты сюда. Ты сюда. Да. Угу. Тогда все-таки нужно вот это в первую очередь качать, башню. А потом уже все остальное. Угу. Ну сначала эту, понятное дело.
даже так, да? Так, вот так вот, ага. Так, ты сюда уже идешь. Тут, ага, ты помогаешь, ты умираешь обязательно. Так, теперь вот эту башню, да, надо закачать, как мы решили. Так, ты убила, ты молодец. Ты прям вообще красава получается. На тебе, мразь. Так, куда ты идешь, не знаю пока. А, ты идешь сюда, чтобы это... Вот это да, сделать. Так, вот тут-то мы качаем. Так, теперь ты сюда летишь. А тут мы... Ну, на... Ага. Чуть-чуть. Труп же, да, упал? Ну, труп же упал, да ведь? Блин, да ё-моё! Даже сарам... Это все плювуны убивают на самом деле. Вот прям реально плювуны. Я... Какой смысл их качать, если их убивают, да? Честно. Так или иначе это делают. Я хрен знает, что там делать, просто чтобы они выживали. Убивать плювунов как? Можно как-то вот, чтобы они стояли, чтобы их не убивали нахрен. Да не так, не, невозможно, это просто Unreal. Их будут убивать. Блин, затягивается серия, да? Ну вот это точно последняя катка. Ну просто такое чувство, что смогу победить, но я чувствую, что нет. Не сейчас. Надо как-то с героями еще по это... покумекать. Возможно, взять реально орля, а... Ну орел, если я возьму, то я танчить не смогу. Но зато... с глазом и с плювунами я буду вообще справляться получше. Да и с этими буду тоже лучше справляться, которые будут выходить. Что там орлы-то дамажат реально. Может быть и лучше, да. А потанчат уж эти парни. Так. Сука, убить труп. Что может быть лучше, ну? Что же может быть лучше? Так. Так, тебя докачать. Да, денег еще пока, говорит, нет у тебя. Да иди нахер, короче. Теперь попадешь по нему. Проблема в том, что да, его не бьет, потому что он под глазиком. Вот, вот, убил. Так, тогда будем просто отслеживать, да, и покупать. Вот так вот, да, мы его разорвали. Тогда лучше, да, вот эту башню, как тогда покупали, мы ж... прошли именно в тот момент, когда мы... Так, сейчас полетят летуны. Так, тебя убить. Тебя вот так вот сделать, ага. Блин. Да зачем я это сделал, а? Ну нормально, пока стоим, да? Ага, сказал я.
И понял, что мы уже ни хера не стоим, блин. Так, ты подержи его, это вам. Так, сможете там, да? Все дружно отхерачить. Не да... Ой, как хорошо-то, можете, да. Да, умри ты, блин, тварь, а. Так, это вам. У меня скиллы есть, если что. Ты, пика, беги сюда. Не-не-не. Ты сюда, они справятся. Да-да-да, справляются. Так, это вам. Купим. Блин, денег нет уже. На всякий случай, боюсь. Очкую, так сказать. Пока не готов сражаться. Так, ага, получше тема. 142 денег. 240 надо. Что сейчас будет? Главное, глаз какой-нибудь не пропустить или что-то еще. Ага. Так, это помощь. Давай, 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 парни. Я верю в вас. Ну да, пока справляются. Да. Нашли вы где убивать их, блин. Так, вот это... Да, все. Да? Проморгал. Нет еще. Все нормально, да? Нормас, да. Блин. Пока, да, стоим, пока можем. Че вот качать только вот? Вопрос на миллион нахрен. Пока сюда иди, я зачем ты этих поставил? Тебя качать, ага. Блин, просто куплю. Просто потому что могу. Ага, вот он косяк. А! Сюда иди. Так, ты тоже сюда иди пока. Денег нет пока, да? Так, эти справляются там. Туту я сейчас поставлю. Нет. На всякий случай, пока не готов я. Да ты-то тоже сюда иди. Блин. Так, нормально, ладно. Ну все, сейчас будут, короче, уже. Уже без шансов. Угу. Не знаю, куда их по... Блин, умер. Это все, это жопа, вот это вот летит. Так, минус. Ты вниз пойдешь, реально? Ну, я хрен знает, что делать вообще. А! Но это говно пролетает, да, в любом случае. Танк медленно еще летит, да блин! Чё не хватает? А вот чё-то не хватает реально. Если б я, да, туда чуть-чуть... Да ладно, короче. Жопу. Закончил, а потом решил, не, продолжу. Всё-таки надо добить её. Я всё-таки чувствую, что могу.
Реально, блин, если б я... Да хрен его знает. Эти превратились, реально, прошли-то эти летуны. Эволюционировали. С этой стороны, ну, а, голем проходил тоже. А, нет, да, голем, ну да, 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 да. Потому что она занята была, глаз танковала. Вот эта башня, она помогала поначалу, да, вот этих сдерживать, а потом все у нее тоже кончились. Кончился запал, так сказать. Угу. Значит, там магическую эту башню построить, да? Что она сделает? Да хер его знает. Сюда, может, вот это было зря. Даже тот же лучник, возможно, был бы даже лучше, да? Хз вообще. Да нет, вот этих сюда нужно было уже ставить к тому моменту. Уже забить, короче. Да нет, тоже, что забивать, что за бред вообще? Как забить на големов, блин? Что, 10 штук их наплодить, что ли? Ну, хотя в тот момент уже, мне кажется, можно забивать, потому что их столько бежит. Их бежит на 4 голема, а выходит только 2 максимум. Потому что они не успевают как бы это проанимировать, как я понял. Щит, но... Щит, еще какой щит? Какая-то жесть, короче. Ну, вот эти тут хорошо стоят в то время, да? Прям идеально. Потом их, ну, наверное, есть смысл уже убирать. Если бы эти не прошли, да, летуны. А как ты мы, как бы я бы их сдержал, допустим? Никак, все понятное дело, но. Тут башня, она, в принципе, тут хорошо стояла, да, они реально сдерживали. Вот магическую башню реально, может, сюда не нужно было делать. А где ее тогда было нужно сделать? Хз вообще. Просто думаешь, вот этих сюда поставить, да? Прокачанных. Они бы как раз бы тогда сдерживали бы этих херов. Не дали бы им превратиться. А сюда магическую башню? Или тоже башню лучников захерачить? Тогда хер бы кто прошел. Возможно, да, так стоит сделать. Если тут тоже будет башня лучников, а тут магическая, тогда сюда магическую бы не очень не нужно было бы. С другой стороны, а потом, да? А потом суп с котом, ну. Со скотом. Големы все равно бы пошли бы. В любом случае. Это без вариантов вообще. Они големов оттанчить не могут. Они на пару ударов голему. Ну, на 3 удара. Когда прокачаны, причем на максимум. Да, они могут ему насувать там... Когда умирают, если скиллы взять. К тому времени у меня не было скиллов. Нет, прошли это летуны, чисто. Леташечки прошли. Думаю, что как бы это. Надо просто лучше отмикрить тот момент, и все будет хорошо. Да? Да. Хороший план, охеренный план. Да хорош его убивать уже. Как это бесит, да? Вот, они так-то очень это, худые. Скилл слил, да. Но мне только это один скилл нужен будет. Если честно. Блин. Точнее, мне вообще там скилл не нужен будет, во. А вы справляетесь, да, пока? Ага. Так, ну да, тебя, как всегда, я опоздал. И за это, возможно, сейчас поплачусь. Да ну, блин, да как бесит, а?
Да можно переигрывать все. Просто. Ну реально, ну нельзя сюда. Почему нельзя сюда ставить? Что такого в этом? Особенного, блин. Че за блюдская эта херь, блин? Блюдство вообще какое-то, реально, я отвечаю. Один миллиметр до зоны, в которую нельзя стоять, там жопа оторвет сразу, ты че, блин? А ты не можешь поставить, куда можешь, как бы? Вот ты в пылу боя, да? Миллиметрик нахрен тебе важен вообще. Еще ты же как бы, ладно бы, да, она загоралась там красненьким, что сюда не поставится. А она только загорается, когда ты кнопку уже нажал. А ты уже потерял время. Все как бы. Сказка о потерянном времени сразу пришла в действие. Опять он его убил. Ненавижу, говорит, его. Ага. Так, тебя уже нет еще, говорит. А ща, да, говорит. Да, вот это тут. Ага, заюзаем. Да не. Не. Ага, попадает. Там, да, справляетесь. Ну да, говорит, плюс-минус. На одного, наверное, пропустим, да? Нет, ни одного не пропустили. Молодцы какие, а? Так, что покупать-то? Это хорошо стояло. А они как бы реально там тащили. А, ну хотя в целом все равно надо что-то от этого покупать, от глаза было. В первую-то очередь, да? Ну пока тут не пропускают, да? Ну хрен, не пропустили. Не пропускаете ведь, да? Пока тут, говорит, мы только пропускаем. Ну да. Ну нельзя никуда, то есть сюда не смотришь, тут говно, туда не смотришь, там говно, туда, то есть во все места сразу надо смотреть. Че за бред вообще? Вы можете хоть где-то нормально сработать, а? Утырки, блин. Реальные же утырки. А кому-то вот то, что я сейчас бомблю, очень нравится. Он так вот так вот делает, представляете? Извращенец. А! Бесте, что еще ублюдские игры, блин. Для ублюдков. Кому такие говенные игры вообще могут нравиться? Это игра говно, все. Пока я ее не побежу, она говно. А там можете думать все, что хотите. Блин, надо же начать нормально. Тут реально миллиметрик какой-то, да? Ну теперь тут давайте что-нибудь там сделаете, блин. Можно уже? Не, говорит, нихера нельзя. А, вы все, да? Ну да, говорит, я все кристаллы солью, а чё ты, говорит? Тебе, мелкое говно. Да давай ты мне денег уже. Так, а, ну ладно. А вот сейчас его убили, да, вот просто. А чё в прошлый раз это он прошел? Как это было? Как это понимать?
Ну или это другое было что-то уже, я уж перепутался, у меня все уж слилось в голове. Место на жестком диске кончилось. Быстро заметил, хорошо пум-пум-пум сделала, блин. Хотя сейчас я могу всрать просто на ровном месте, да, получается? Да, могу как бы, но... Не хочу, понятное дело, но могу. О! Так, вы сейчас справитесь, да? Пока не нужно бояться. Нужно вот тут окачать. Ага. Так, а вы сдохли зачем-то? О, правильное решение, но... Так, все еще доставим. Не надо подхилить их чуть-чуть. Блин, денег-то нету. Ага, овца. Да! Еще бы это, да, использовать, классно было бы. Че, денег нету, да, по-прежнему? О! Может, овцу? Как ты думаешь? Вообще говорят, овцы это классно. Ага. Бай, у меня ноги аж трясутся, а. Можно было бы... Всегда хотелось скорость побыстрее сделать. Сегодня мне хочется наконец-то сделать скорость помедленнее. Главное не проморгать глаз. Этот глазоразмножитель или кто он там. Зажиматель, короче. Ага. Нормально, нормально пока. Не очкуй, Артём. Еще нахрен одну башню лучников делаю. Просто. Потому что могу. Потому что чувствую, что надо. Давай, давай, давай. О, началось, блин. Полетели, блин. Так, тебе надо по-любому брать. 240. Так. Что дальше-то будет, а? Интересно. То есть после вот такой вот легкой, да, после того, как глаза выходят, надо как бы это, ориентиры себе сделать какие-то, чтобы понимать, что будет дальше происходить. Снова побегут. Так, тут справится, да, ведь? Ну все, да, я понял. Так, ага. Да, блин, ну это все, да. Я проморгал карпо. Блин, поддерживать бы их, да, как-нибудь. Так, ты сюда иди. А, ну все, да? Понятненько, понятненько. Угу, угу, угу. А.
Нет, ты сюда иди. Успеешь захватить ее? Ага, успел. А кто? Где? Ну что? Ну кто прошел? Я ничего не... Да что за бред опять очередной, блин? Даже и где прошли-то? Снизу? Ну да, походу, снизу. Опять вот эти трое. Реально, все шло хорошо, да? А потом эти три говножуя, короче, пришли. И как с ними бороться вообще в тот момент, я хз. Как голема бы сдержал бы плюс-минус, да? Ну, они медленные просто. Но это не конец, что, если что. Если что, это не конец. Так, когда появляются глаза, нужно обязательно беречь скиллы. И к тому моменту что-то другое качать. Глаза спокойно, видели, да, пролетают. Им насрать вообще. Они вот тут-то умирают. Когда уже по типу никто не стреляет. Отказываются стрелять просто. Эту башню может в тот момент уже продавать, да? Уже тогда будут големы шлепаться, как это. Как с ума сошли. Вайсти сразу же нахрен. Как все бесит вообще, а? Кто бы знал. Да опять ты убил. Только ты теперь раньше ты хоть добивал, сейчас труп убил. Так. Это тоже башня очень хорошо тут находится. Она реально к тому моменту сдерживает, но... Насколько это нужно просто? Опять ты кого-то ударил. У тебя перед тобой, блин, столько целей, да? Ага, так, ну ладно. А, ты теперь не можешь... Все, понял, в чем косяк. Вот, да, в чем был косяк-то. Ты не всегда попадаешь, потому что ты не всегда стоишь там, где я думаю, ты будешь стоять. Сказал тоже, да? Как отрезал. Так, с этими мы справляемся, да. Ага. Нормально, справляемся. Ага, одни сразу в овцу пошел. Убьешь его? Молодец. Так, вам вот помощь, да, как всегда. Эту докачали, все. Сейчас вот тут опять же эту качаем, да? Сейчас, кажется, будет этот. Ну, не точно. Но что-то будет сейчас. Да. Вот сейчас бы опять обосрался, было бы смешно, конечно. Денег мало, дайте денег больше. Близки. Сколько тебе еще? 150, это только третий уровень будет, реально. Да. А, денег-то как мало, денег-то как мало. А денег дайте больше.
А денег дайте больше. Да давай же превращай его в овцу. Прошел реально, ничего себе. А, нет что ли? Я не помню, прошел он или нет. Я его го. Какая же напряженная игра. Вот этих, короче, я вкачаю. Я тогда вот это продал и башню вкачал. А лучше вот этих вкачаю и поставлю и сюда, и похуй, что эти будут проходить. Насрать вообще будет. Мне главное тех оттанчить, чтоб не полетели. Так, пошел, гляда. Взглядик, короче. Зачем я сразу-то столько взял? Блин, надо было этого чекачнуть, ну ладно. Так, взглядики пошли. Значит, эту башню надо качать. И скиллы иметь, чтобы еще попробовать как-то это. Так, ты тоже туда иди. Вот. Ага. Так, ты прокачана. 290 нужно. Блин! Вот я! Опять глаз! Так, тебя все равно добьют. Нормас. Так, ага. Ты потанчишь. Не хочу еще просто пока. Вон они идут, да. Вышел. Шишел, блин. Этого сначала поп... Ага! Надеюсь, превратить сейчас его. Так, вот этих сейчас надо качать обязательно. Блин, ну кончайся уже! Да, в жопу, короче. А, кончился, успел. Так, сюда, быстро. Так, вы, короче, сюда идете. И сюда. Да по-любому нет еще, да ведь? 100% нет. Не может быть, что я победил. Просто, сейчас пойду дальше. Это просто, это, перерывочное. Это на этом она вылетела? Или я заново? Да, 13 минут. Нет, как раз тут катка, наверное, длится 13 минут. Я хз, короче. Ух. Да, это сложное. Да, это уже как бы другое. Это уже испытание, реально. Тут, ну, рандомить можно, но, наверное, тут надо как-то это... Тут только героев, да, по факту рандомишь. Но это предыдущая, она казалась, да, сложной. Но она, это, за счет того, что ты можешь башнями потасовать, да, ты ее проходишь. Но это прям атас. Вообще, тут надо так отмикрить все. И правильно вкачать, и правильно поставить, и правильно воткнуть. Вот этих двух затанчил, да, вот этих вот говножуев. Их как раз хватило, да, потанчить, чтобы... Они пока дошли до этой говна, ну говножуи, да, они как раз в говно заходят, начинают его жевать и превращаются в, ну, великих говножуев, короче. Супер говножуев, да? И они как раз, и оно кончилось, и все, по сути. Они же мне и выносили постоянно мозг.
Да, чисто замикрено. Блин, хорошая, мне понравилось, ладно. Хорошая игра. Классная игра. Повторить нет. Ну, я скажу так, рандом на этом закончился. Я не хочу просто сидеть по 4, по 5 часов на одной каточке. Ну, тут у меня ушло сколько? Не знаю, короче. Ну, сколько-то я отрежу, наверное. Ну, где-то полчаса отрежется. Даже нет, даже меньше. Меньше получаса будет. Где-то минут. Это предыдущий день. Это когда я вот эту прошел. Вот эту первую, да? Долину, когда я прошел. Коррупции, ну. Я просто не занес. Я понял, надо было взятку просто занести. А! Короче, когда я ее прошел, я пошел на эти две катки и понял, что я там насосу, вообще буду очень долго насасывать. Я еще больной был и сказал, пошел все нахер. Вот. Я там недолго сидел. Я каждую каточку раза по два, что ли, попробовал. Понял, что больно будет, да? А сегодня такой иду записывать, думаю, на нахрен. Если я приду с нормальными башнями и героями, я по-любому пройду и не буду мучиться. Да, а я не хочу мучиться. Я хочу побеждать. Вот. В общем, короче, я прошел, я смог, я сделал это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!